Вот уже несколько лет компания «Альтернатива» занимается социальным питанием в школах Димитровграда. Для обучения персонала столовых учебных заведений оператор здорового питания разработал целую программу. Тренинги, мастер-классы с последующим тестированием и сдачей квалификационных экзаменов – обязательная часть программы. В оценке итогов работы активно участвуют родители школьников. Они следят за качеством блюд и обслуживания, разнообразием меню. На прошлой неделе завершила работу очередная кадровая комиссия. Компания «Альтернатива» регулярно проводит встречи с своими руководителями пищеблоков образовательных учреждений, как города Ульяновска, так и Димитровграда. И вот сегодняшняя тема нашей комиссии, такой кадровой комиссии мы ее называем, это рассмотрение результатов анкетирования родителей за прошедшие 3 месяца. В ежедневном режиме проводятся выездные контрольные мероприятия с участием санитарных врачей и технологов. Результаты проверок тоже детально рассматриваются на кадровой комиссии. Теории повара не ограничиваются. Наряду с проектами «Шведский стол», «Урок впрок» стартовал и новый проект «Альтернативы» «Поделиться мастерством». Название проекта говорит само за себя. Передача опытом и мастерством и применение умений и знаний на практике – вот наша задача. На занятиях мы приглашаем специалистов из области общественного питания, а также тесно сотрудничаем с Университетом технологий и управления имени Разумовского. Один из примеров мастер-классов – обучение карвингу, художественной резьбе по овощам и фруктам. Ну, знаете, нам все пригодится. Это надо будет заинтересовывать, надо будет детей в питание и как-то показывать, наверное, свои умелости. Мы же не только кашу должны варить. Главная задача «Альтернативы» – накормить детей вкусно, полезно, красиво и разнообразно. Для этого важно поддерживать высокую квалификацию поварского состава. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.